Но уже около 1930 года в ГПУ произошли большие и персональные перемены. В частности, место заведующего иностранным отделом Трелиссера занял Мессинг. В связи с этим резко изменился в состав персонала и характер ее работы заграничной резидентуры ГПУ. Трелиссер был фанатичный коммунист. Подбирал же он своих резидентов тоже из фанатичных коммунистов. Это были опасные кадры, не останавливающиеся ни перед чем.